Питер, Челябинск, Пермь, Тверь. Десятки русских городов, которые вышли на эту площадь. Буквально вчера я получил письмо от нашего товарища, от человека, который не раз участвовал в организации протестных митингов, Даниила Константинова из Матросской тишины, где он находится по сфальсифицированному отделу уголовному. Вот что он пишет. Эти пару строк, обращенных к вам. Нет такого человека, который бы не боялся репрессий, режима, судов, полиции, тюрьмы, не боялся бы потерять свободу. Но, наверное, только в тюрьме можно понять, что свобода того стоит. Они думали напугать нас бетонными клетками. Хрен угадали. Политических узников здесь очень много. Но мы не только не сломались, мы укрепились в непоколебимости наших целей, нашей борьбы. Помните, что мы всегда с вами. Наше с вами единство в борьбе против режима – это залог национальной свободы и победы. Помните нас! Мы никогда не сдадимся! Даниил Константинов, СИЗО «Матросская тишина». Давайте поддержим Даниилу и сотни политических заключенных. Поддержим героев 6 мая, которые сегодня находятся в тюрьмах. И пусть они услышат этот привет! Назад в безлюдную, обезжизненную Москву въезжал Наполеон. Сегодня этот же фокус проделал Путин, въехав в Кремль по безжизненным улицам города. Французы продержались до зимы. Сколько у власти продержатся эти беспредельные рожи, зависит только от нашего с вами долготерпения, которое сегодня кончилось. Они говорят, это стабильность. Они говорят, что мы спасение страны. Это спасение собственного народа. Они уничтожают национальную промышленность ВТО. Они убивают, травят русский народ наркотиками и алкоголем. Они душат беспределом этнических банд, ювенальной юстиции, коррупции. Мы будем это терпеть. Мы будем терпеть геноцид русского народа. Господа, страха больше нет, нам нечего бояться. Кого мы боимся? Это серую очередь за квартирами. Да и такие же простые русские ребята, которые не пойдут сражаться за миллиарды Путина и за яхту Абрамовича. Страха больше нет. Терпение кончилось. И если мы сегодня здесь, значит, мы не рабы, а не власть. Мы свободная нация великой страны. Спасибо.